talking about software-defined radio, and in short, we are going to say about how to turn your software-defined radio hardware into a GSM mobile phone. And a few words about us. My name is Vadim Yanitsky. I'm a positive technologies researcher at Mobile Telecommunications Department. I'm also Osmocom contributor. And I had some background in web development, but now I usually work in web development. Я сейчас работаю в Prefer-C и Python. Ну, а я работаю в университете Варшава, технологическом университете в Польше. Я автор Multi-RTL, автор GSM, а также программы, бесплатные программы для работы синхронизированных SDR, чтобы было возможно получать хоппинг-каналы GSM. Так, о чем будет наш разговор? Прежде всего, мы представим проект Osmocom BB, потом поговорим и его преимуществах и недостатках, что сейчас не так в споте. Поговорим о SDR, поговорим о начальном развитии, и потом поговорим о союзе двух проектов Osmocom BB и GR-GSM. Потом мы покажем вам демонстрацию. У нас есть технические проблемы, поэтому постараемся, конечно, это все сделать, чтобы все получилось. Итак, проект Osmocom BB. А кто из вас слышал об этом проекте? Пожалуйста, поднимите свои руки. Больше, чем я ожидал. Обычно, когда говорим о Osmocom BB, можно представить, какой там телефон Motorola. И мы решили что-то поменять. Что же такое проект Osmocom? Это портирование стека GSM из открытого источника. Это кастомизированная фирмвара, которая работает для телефонов на Calypso. С проектом можно делать голосовые звонки, отправлять, получать смс. Это пока не ориентированный на пользователя проект, пока в основном нацелен на девелоперов и тестеров, и для исследователей сети. Пока проект не активно поддерживается, в отличие от других проектов Osmocom. Как использовать Osmocom BB? Хороший use case – это образование, показывать студентам, как работают мобильные станции GSM, что происходит на разных слоях, что происходит при смс-сообщении. И можно делать разные исследования вокруг протокола GSM. Например, можно создавать какие-то пакеты, которые вы хотите посмотреть реакцию сети по этим пакетам. Ну и, конечно, это исследования в области безопасности коммерческих сетей. Это довольно полезный инструмент для DDoS-атаки, но и используется для дебагинга существующих проектов. Например, базовые станции, контроллер базовых станций и так далее. Сейчас проект в основном нацелен. Основное железо – это телефоны на Calypso, обычно кастомизированные фирмвары, ну и также сильная
взаимодействие с хост софтом через серийные порты. По-прежнему этот фирмвар очень сильно зависит от DSP. Такие телефоны еще уже больше не производят. Можно по-прежнему такие телефоны на eBay, на AliExpress, но они пока не активно развивающаяся платформа. DSP это как там черный ящик на самом деле. То есть поэтому когда вы используете смартфон BB, вы не знаете точно, что там происходит внутри этого черного ящика. И очень сложно работать с DSP. То есть, если вы хотите использовать там DSP, программно определяемая радиосистема – это хорошая база для телефонов Synocalypso. И программно определяемая радиосистема относится к железу общего значения, которое не ограничено какой-то конкретной технологией или протоколом. И это можно использовать как PHY для GSM, для GPS, Bluetooth и так далее. Недавно было представлено как дешевый трансивер для конвертера VGI. Но иногда, время от времени, становится меньше, дешевле. И это и было основным аспектом для выбора этого программного обеспечения. Преимущество платформы в том, что это open source. Также есть большой фреймворк и так далее, и так далее. Как мы можем использовать, насколько мы уже используем программно определяемую радиосистему со смакомом, со стеком смакома, можно использовать в разных проектах, например, OpenBTS, YAD-BTS, можно работать с сетью LTE, с OpenAir Interface проектом и даже SRS LTE, и даже можно работать с LTE телефонами на проекте SRS UE. Ну а здесь наша работа и как раз вот была сфокусирована на этом. Если мы посмотрим на SDR PHY для Osmocom BB, если вы помните, это все-таки железо общего назначения. То есть нету экрана, нету клавиатуры. Но мы не были нацелены создавать еще один телефон с open source. Тогда вопрос, для чего это? Дело в том, что это вот имплементация 100% на open source GSM L1. Абсолютно открытый источник выполнения всех нижних слоев. Это очень хорошая характеристика проекта Osmocom BB. Мы хотим вернуть назад время и показать, насколько много времени мы потратили на том или на другом. И мы начали с нуля, на самом деле, начали с ничего. Есть классический способ взаимодействия между нижним, более высокими слоями, firmware. В нашем случае у нас было железо, представлено SDR, также был слой на вхождение в приложение. И что нам пришлось сделать в начале для SDR, то есть в начале
BB use. Например, хостовое приложение SmokeMDB использует фреймы второго уровня. И это очень хорошо. Также SmokeMDB, хост-приложения, понимают фреймы второго уровня, но не импульсы первого уровня. Я надеюсь, что проект Osmo BTS может помочь здесь. Хостовое приложение Osmo BB, им не важен TDMA. TDMA – это мультиплексирование с разделением по времени. Поэтому нам нужно реализовать какой-то планировщик импульсов. Это уже реализовано в проекте Osmo BTS. Да, Osmo BTS стал источником вдохновения для нас. Например, мы можем брать кодирование, декодирование импульсов. Собственно, это мы и сделали. Мы создали новую общую библиотеку, которая называется LibOsmoCoding. Расширили ее при помощи инструкции SIMD для ускорения процесса декодирования. И теперь каждый может использовать эту библиотеку для кодирования, декодирования импульсов. У нас есть простейшая структура для работы по TDMA. А вот как мы создали новое приложение, которое называется TRXCon. Оно похоже на OsmoCon, но немножко отличается. Это уже больше не прокси. Его цель – реализовать некоторые части функционала первого уровня. Да, у нас есть протокол управления первого уровня с одной стороны, приложение TRXCon, но как нам взаимодействовать с программно-определенным радио? Проект Osmo BTS использует интерфейс TRX. Это тоже очень простой протокол на базе ASCII. Команды – это просто запросы и ответы, и даже статусные коды, такие же, как в протоколе HTTP. Он впервые появился в проекте OpenBTS. Также используется в Osmo TRX. Это прием передатчик базовой станции. А теперь мы реализовали вот такой протокол, TRX. Osmo BTS поддерживает протокол, а теперь OsmoCoMBB будет поддерживать протокол. Их можно соединить напрямую. Да? Да. Именно это мы и сделали. Мы создали, написали на питоне инструментарий, который называется FakeTRX Toolkit. Раньше его называли FakeTRX. По сути дела, это набор инструментов для отладки TRX интерфейса. Самое интересное приложение это SpecTRX, которое позволяет подключить Osmo BTX напрямую к TRXCon. То есть у нас есть виртуальная сеть без оборудования. Можно реализовать любые протоколы без какого-либо железа и просто потестировать прямо у себя на ноутбуке. Как можно использовать приложение на FakeTRX? Ну, например, в области образования можно изучить весь стек без закупки достаточно дорогостоящего оборудования. Можно проводить любые имитационное моделирование, стресс-тестирование, нагрузочное тестирование без реального железа. Мы также реализовали базовую поддержку голоса в OsmoCoMBB. Все это основано на проекте JPK, который первоначально был написан Сильвеном Мину. Это был очень простая утилита с командной строки, но позволял реализовать функционал GSM кодека, также обеспечивал поддержку воспроизведения и захвата изображения. И теперь он входит в состав OsmoCoMBB, интегрирован с OsmoCoMBB. То есть у нас две цепочки обработки есть. Первое – воспроизведение, где мы получаем какие-то пакеты, не пакеты, а фреймы, кадры из сети, и отправляем их на громкоговоритель. И тракт захвата голоса, то есть когда голос идет с микрофона, мы его обрабатываем и направляем в сеть. И нам нужно что-то
реализовать, связанное с программно-определяемым радио. Вот мы должны думать об этом как о приемопередатчике в целом. Это программа, которая находится между реализацией первого слоя и железом. Она несет ответственность за распознание импульсов и демодуляцию импульсов на нисходящем канале, модуляцию импульсов на восходящем канале и синхронизацию по времени. У нас есть два проекта на выбор. Один – это Osmos TRX, который на данный момент используется для управления базовыми станциями на разном оборудовании. Проблема состоит в том, что он не предназначен специально для трансиверов базовых станций, и он осуществляет передачу импульсов непрерывно, в то время как базовая станция в мобильных сетях, она это делает только по запросу. Различные стили кодирования, различные языки, это требует глубокого понимания специфики работы, чтобы реализовать хотя бы что-то самое простое. Но, может быть, мы, так сказать, нам и следовало продолжать в этом проекте, но мы решили переключиться на GSM проект. Поскольку у него, то есть его легко расширять и применять в сетях мобильной связи. Вот я попытался переключиться на мой компьютер, потому что у меня есть живые демонстрации, которые, надеюсь, еще работают. Итак, не этот слайд, конечно. Итак, что нам нужно было сделать? Это создать прям передатчик импульсов GSM. Так уж получилось, что я автор проекта GMGSM. Так что мы решили это сделать на GNU Radio. Что такое GNU Radio? Это фреймворк для цифрового обработки сигнала. Он ориентируется на реализацию физического уровня протоколов, но также позволяет делать другие вещи, показывать картинки, распечатывать или взламывать в какие-то передачи. Основное преимущество состоит в том, что он модульный. Вам не нужно заново изобретать велосипед каждый раз, когда вам нужно выполнить какой-то, сконструировать фильтр, организовать фильтрование, ресэмплинг, демодуляция или модуляция. Вам не нужно глубоко разбираться во внутреннем устройстве каждого блока. Просто вам достаточно знать, что поступает в блок на выходе, что выходит из него, что поступает на входе, что из него исходит на выходе. То есть это более четкая архитектура программного обеспечения. Самая важная вещь здесь состоит в том, что у нас уже в проекте GRGSM значительная часть функционала трансивера реализована была. Но в GNU Radio есть свои недостатки. Как и любой фреймворк, какие-то вещи он упрощает, другие задачи усложняет. И некоторые задачи могут оказаться даже невозможными без каких-то таких хакерских приемов в GNU Radio. Так вот, проект GRGSM – это подмодуль GNU Radio, состоящий из трех проектов, то есть из трех проектов GNU Radio. Я основной автор, но не единственный. Это последователь проекта Acorn. Может быть, кто-то AirProbe, может быть, кто-то знает. И мои разработки основываются на тем, которые я выполнял в рамках проекта AirProbe. Содержит много блоков GNU Radio, но самое важное для нас в данном контексте – это то, что касается приемника. Но многие люди считают и другие блоки более полезные. Демультиплексирование, например, расшифровка, декодирование, фильтрование импульсов. Использование этих блоков позволяет
так сказать, использовать для решения тех задач, уже заранее заготовленное приложение. Вы можете осуществить декодирование каналов трафика в режиме офлайн. И, другими словами, вы получаете те же самые вещи, которые дает Wireshark. Но также есть и другие. Есть функциональные возможности. Что у нас было в самом начале? Это приемник, как я сказал. А чего не хватало? Передатчика. У нас не было функционала модуляции GSM-импульсов. Мы не могли понять, как синхронизировать сторону получения и сторону передачи, как организовать передачу импульсов в нужные интервалы. И мы должны были обеспечить корректность сигнала TX на радиочастотном выходе. Но тут что интересно, что здесь нам удалось добиться рабочего результата. Минимальная информация по поводу радиоинтерфейса GSM. Каналы частотные делятся на фреймы, на кадры, а эти фреймы на тайм-слоты. В каждом тайм-слоте можно передать один GSM-импульс. Эти импульсы, они модулируются при помощи алгоритма GMSK. В момент передачи каждого импульса определяется его номером фрейма, номер фрейма TDMA и номером тайм-слота, в каком месте он находится в составе TDMA фрейма. Нам нужно было построить передатчик GSM, которого не хватало, создать интерфейс для получения импульсов с номером фрейма и номером тайм-слота, который приходит к нам через этот интерфейс. Дальше нам надо было каким-то образом обеспечить преобразование этих фреймов в TX-time. Этот TX-time должен говорить оборудование, когда оно должно осуществлять передачу этого импульса. Нам нужно также было организовать модулятор, который модулирует сигналы и отправляет его передает его на оборудование. SDR железо реализовать. Модулятор. Очень коротко. Я не буду подробно говорить, но мы попытались реализовать это при помощи блоков GNU Radio, а также других наработок. Вот как мы хотели это сделать. А это как мы сделали. Подключили несколько блоков в GNU Radio друг к другу, и все заработало после этого. В середине у нас тут стоит GMSK-модулятор, который выполняет определенное кодирование. Как организовать передачу импульсов в нужное время? Для этого мы решили использовать параметр hardware time, аппаратное время, VSRP. Там такие метки времени, которые информируют тракт получения, какое время в данный момент. Там метаданные используются для отслеживания каждого изменения времени. Блок приемника смотрит, обращается к этим метаданным и формирует ссылку на время для преобразования номеров фреймов в время передачи, RxTime. Это самая важная часть здесь. Нам нужен был вот эта привязка по времени.
для того, чтобы преобразовать номер кадра в время отправления. Ну, это вычисляется и направляется на оборудование. То есть оно теперь знает, когда непосредственно должна происходить отправка. Вот коротко, как работает преобразование. Вот что мы хотели получить. Линейную функцию отсчетной точки, номер фрейма импульса, а нехватающая вещь – это время передачи, tx. Используя линейную интерполяцию для вычислений, это все становится очень просто. Вот. Но выглядит это на самом деле вот так. Мы получаем что-то вроде этого. Отсчетная точка может находиться в гиперфрейме. И если... То есть мы можем получить неправильное значение. Что мы придумали? Переместить отсчетную точку ближе к точке, которую мы ищем. И для этого мы использовали так называемый time hint. Это значение времени tx, которое является самым близким к нужному. Насколько близко? Ну, примерно 1,5 часа. Это не нужна слишком большая точность здесь. А здесь... Многие в этот момент могут сказать, а что тут, тут все работает. Но работа не идеальна. Нам нужно справиться с какими-то аппаратными проблемами. Вот здесь я как раз хочу показать демонстрацию, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Ага. Вот что я сейчас здесь делаю. Я хочу передать импульсы, и они должны быть равны длительности, как и пустая часть. Но по какой-то причине вот эта часть здесь выглядит не так, как должно. Мы хотим здесь, чтобы была синусоида. Я несколько дней потратил на то, чтобы разобраться, почему это происходит так, каким образом исправить ситуацию. И оказывается, что я могу просто подключить 1 dB аттенуатор и начнет работать. После изучения этой проблемы... Сейчас надо переключиться на презентацию. Я обнаружил, что это работает только с теми устройствами, которые мы используем, USRP B200 серии. Происходит, когда вы пытаетесь передавать и принимать с одной и той же стороны устройства. Например, из USRP Mini у нас была только одна сторона, и выбора не было. Но у AB2010 там можно подключить антенну передачи с одной стороны, антенну приема с другой стороны и разделить каналы. Конец ли это? Является ли это... решением всех проблем, окончанием всех проблем? Конечно, нет. Есть и некоторые вещи перед импульсом. И также у меня есть живая демонстрация, чтобы это показать. Это означает, что если... Что-то не так пошло.
Давайте оставим. Что я хотел в точности сказать? Это что есть некоторые дополнительные такты в начале каждого импульса. Откуда они берутся? Это ошибка предыдущего импульса. То есть их там не должно быть. Вероятно, они там появились из-за групповой задержки в обработке сигнала в USRP, который надо было решить. А как решить? Просто добавить несколько нулей в конце импульса, и этого хватит. В начале импульса тоже несколько нулей. То есть там появится несколько нулей, которые добавили. А сейчас я хочу перейти на новый алгоритм frequency hopping. Что такое frequency hopping в GSM? Это медленное переключение частоты, так называемое slow frequency hopping. Имеется в виду, что переключение частоты происходит не слишком часто по сравнению, например, к CDMA или Bluetooth. Последовательность частот определяется параметрами переключения. Вот это порядковый номер размещения, то есть местоположение мобильного устройства, mobile location, и выделение мобильного устройства, то есть смещение индекса мобильного устройства. Это используется для определения номера фрейма TDMA. Частота может меняться на каждом уровне каждого фрейма TDMA. Ну, сколько это в абсолютных цифрах, это зависит от оборудования. Frequency hopping в GSM используется для смягчения эффектов построения сигнала по нескольким трактам. То есть, например, если по одному тракту идет сигнал лучше, по другому меньше, вы не теряете возможность переключения на другое. Но также некоторые люди утверждали и до сих пор утверждают, что frequency hopping каким-то образом улучшает безопасность, защищенность GSM. Ну, я с этим могу согласиться, делать оцифровую выводку сигнала более громоздкой, несколько. То есть это может подтолкнуть к приобретению более дорогого оборудования, но не так уж силен этот эффект. И по-прежнему пугает нескольких людей frequency hopping. Они считают, что если там используется frequency hopping, я к этому близко подходить не буду, потому что слишком сложно. Но на самом деле внедрить frequency hopping можно несколькими путями. Полной перенастройкой аналогового фронтенда. Это позволяет работать с полным диапазоном частот аналогового фронтенда. Но обычно эта операция достаточно медленно работает применительно к SDR в программно определяемых радио. И иногда становится невозможно настроиться в точно определенный момент времени. Есть другой способ реализовать frequency hopping. Это использовать цифровую обработку сигнала, широкополосного сигнала, содержащего все необходимые каналы. Один из способов реализовать это – это следовать последовательности переключения, используя смещение частоты программным образом или в FPGA, или также канализировать сигналы и синтез сигнал на всех каналах. Преимущество в том, что вы видите все каналы одновременно. Например, вы можете охватить любое количество мобильных станций, чтобы они работали с этим каналом. Но также, то есть недостаток, кстати, в том, что высокая нагрузка на вычислительные ресурсы и недостаточно экономная реализация в FPGA.
с точки зрения использования ресурсов. То есть у меня сейчас на GitHub лежат несколько версий FPGA. А также этот метод имеет ограниченную полосу пропускания, которая соответствует максимальной полосе пропускания SDR-устройств. Как мы реализовали алгоритм Frequency Hopping? Мы используем, на самом деле, мы воспользовались возможностями, которые представляло железо. То есть мы проводим смещение частоты широкополосного сигнала, делаем это на стороне FPGA, поэтому это нам, так сказать, ущерб с точки зрения вычислений не приносит. Мы также со стороны GNU-радио мы используем StreamTex API для добавления метаданных каждому GSM-импульсу, что позволяет понять, какие частоты использовать и когда менять частоту. Это еще больше снижает вычислительную нагрузку на компьютер. Вот пример. Вот переключение, последовательность переключений 8, 12, 12, 8, 2, 4, 4, 8 и так далее. И ожидаемый результат показан здесь. То есть горизонтально, по горизонтальной оси у нас номер канала GSM, это частота, то есть он по пропорциональной частоте, а по вертикальной оси идет время в миллисекундах. А это что мы получили от записи? Это спектрограмма записанного устройства, где мы со стороны передачи реализовали вот это переключение. Ну, в общем, то, что ожидали получить. По крайней мере, с аппаратной точки зрения, на один уровень выше, на одном уровне выше это все работает. А теперь надо просто подключить Osmocom BB к трансиверу. И надеюсь, что мне это удастся вам показать. Нет, потому что у нас нету, мы пока не реализовали более высоких уровней, но надеюсь, что мы успеем это сделать вовремя. То есть импульсы, которые мы направляли, они принимались базовыми станциями, так что есть вероятность того, что все получится. Ага, работает. И, наконец, нам удалось создать приложение GRG TRX, который похож на Osmo TRX, но это тот самый трансивер, который ориентирован на мобильные станции. Теперь можно подключиться не только к своей собственной сети, можно попробовать и во взаимодействии с коммерческими сетями. Но проблема в том, что мощность современных HDR-ов очень низкая, порядка 100 милливатт. Обычный GSM-телефон 2 ватта дает, так что очень низкий показатель. Нам не хватает еще некоторых деталей, мы вам демонстрацию покажем чуть позже. И на данный момент мы поддерживаем только USRP, то есть платформа на базе USRP. Мы не поддерживаем измерение мощности, но работаем над этим. Поддерживаем frequency hopping, интерфейс физических плат. По-прежнему работаем над канальными вещами. Например, кодирование каналов AMR, автоматическое регулирование усиления.
Сейчас мы используем программу определенного радио для отправки и получения СМС-сообщений и для обработки мобильных устройств. И по поводу Voice Call мы поддерживаем Full Rate и кодекс речи. Также мы работаем на поддержке GPRS. Сейчас это начальная стадия работ, но мы уже смогли создать приложение для снифинга трафика GPRS. И это можно использовать в целях исследования. У нас есть кодирование каналов, модулирование GMSK и более высокие лейеры пока еще не полностью передают данные. Итак, каков результат нашей работы? Мы смогли создать имплементацию Layer 1 из open source. Нам нет необходимости охотиться на телефонами Calypso. Мы используем CDR. У нас нет ограничений по частоте. Можем использовать 2,4 ГГц, если мы хотим. Мы приблизились на один шаг к дальнейшей имплементации GPRS и Edge. Также мы достигли возможности интегрировать и тестировать не GSM-овские аудиокодексы, например, Speex или Opus. Ну вот, спасибо большое. Не стесняйтесь задавать вопросы. Если у нас будет время, мы можем подготовить железо. Я постараюсь сейчас показать вам демо. Здравствуйте. Мой вопрос касается частотного хоппинга. Насколько мы знаем, такие параметры, как offset или последовательность хоппинга, генерируются параметрами T1, T2 и T3. Мы можем охватить эти параметры из бродкаста мобильной станции и охватить весь спектр, после этого перепрыгнуть на эту генерированную частоту? Да, мы можем, если мы делаем снифер для GSM. Но здесь мы работаем с мобильной станцией, поэтому мы надо делать это вовремя или мы опоздаем. То есть, если есть звонок, мы должны записать его, и мы должны как-то отвечать на звонящему человеку. Можно так сделать. Ну, конечно, это можно, и таким образом можно декодировать каналы хоппинга через GSM. Мне очень сложно запись сигнала. Не входит в рамки работы, но мы можем делать обработку широкой полосы, то есть мы можем извлекать необходимые каналы, их синтезировать и отправлять широкополосный сигнал. Есть ли еще вопросы? Получили использовать дешевые трансиверы. Да, это трансмиттеры, не трансиверы. Нет, я имею в виду железо. Можете посоветовать какой-нибудь хардвер? Ну, я рекомендую посмотреть те модели, которые можно купить для этого проекта. Была идея синхронизировать эти дешевые трансмиттеры.
и получить самые дешевые SDR, но это сейчас слишком тяжело. У меня тоже есть демо, которое, может быть, сработает. Я вам здесь покажу. Самое важное окно это вот здесь. Это контроллер мобильной станции, там каналы на мобильную станцию и это вот проект. Один из первых, что мы сделали, мы генерировали burst доступ. Вначале было прям сумасшествие. Мы хотели доказать, что все работает. И что делает эта программа? Она получает сообщения, декодирует их, расшифровывает, отправляет по цепочке передач вот здесь. И переводит версты отправляет импульсы, да. И вот смотрите, что потом происходит. Что я делаю здесь? Насколько я помню, я передаю один из тайм-слотов каждую рамку TDRM. То есть видите, их здесь много. Есть небольшое уточнение, что Random Access Burst используется для запроса канала из мобильной сети. И это вот атака, которую можно использовать для исполнения DOS против базовой станции. Можно запросить столько каналов, столько можно. И подписчики не смогут это обеспечить. И смотрим, что происходит. Мы уже пошли в ситуацию, когда базовая станция не может аллоцировать. Да, это было не намеренно, но у нас здесь DDoS-атака. Из-за теста, который мы проделали, это была вот демо. Мы можем вернуться к вопросам. Большое спасибо всем.